Итак, господа, ну что же, всем привет, с вами Вовка, канал про автолет, канал про автомобильный свет. Итак, друзья, сегодняшнее видео будет безумно интересно, особенно в преддверии того, что я от некоторых людей иногда слышу, что я не вижу F5 лампу в линзе или в рефлекторе, в линии СТГ. Мне вот кажется, что она хуже светит. Я хочу билет-модуль. То есть, ну, как бы, блин, ребят, мы в сегодняшнем видео посмотрим и с вами оценим как раз лампы F5, друзья. Это вот такая вот коробочка, это лампа F5. И непосредственно билет-модуль от компании Sinolin. Напоминаю, это 45 Вт. Это да, это крутая заливка, это качество света, это правильное светораспределение. Вопрос к надежности по поводу всех билет-модулей, это да. Но, грубо говоря, вот эта штука светит очень круто. Мне нравится. Вот поэтому мы с ними и сравниваем. И почему я выбрал именно для сегодняшнего теста лампу F5, которая на сегодняшний момент, она одна из топовых. В рефлекторе светит круто, в линзах просто великолепно, друзья. Но многие люди просто вот, я хочу белый свет. Пытаюсь объяснить, что не всегда это хорошо. И в каждом видео твержу, что иногда люди не видят. А не видят они почему? Потому что глаза не воспринимают холодный белый свет вот там вот вдалеке, именно на линии СТГ, ребят. И это есть. Но люди говорят, я не вижу. Вот я вижу вот перед собой свет. И все, вот я вот туда не вижу. Поэтому мне стало интересно, неужто F5 настолько хуже и проигрывает билет-модуль? Мы сегодня это как раз и сравним. Я напомню, что такое F5 лампа, друзья мои. Это прародитель всех топовых ламп на сегодняшний момент. То есть благодаря этой лампе появились такие лампы, как Navsign 37, К5С, Bravia 24 вольта и еще целая куча ламп, которые появляются на сегодняшний день. Infitri обновленная, 160-ваттная. То есть эта лампа показала как надо. И люди такие, да, окей, все, мы хотим делать так же. И все, и погнали, там 37-й вообще на сайт, просто копия. Просто вот слизанное все, и вот как бы ничего не хотел на сайт делать по-другому. Что мы видим, друзья мои? Ну, нормальный драйверный блок, его, кстати, переделали, давно уже переделали. F5, в принципе, на наш рынок уже поставлялась таким блоком. Вилочка, отличный вход, ребят, вот этот вот в драйвер, выход с одной стороны, это удобно, это классно. Замечательная фиксация провода вот здесь вот в кулер, да, который входит, и оно зафиксировано, оно хоть и болтается, но и вырвать можно. Но, ребят, с этим надо просто быть аккуратным, и вообще отлично все зафиксировано, то есть он туда-сюда не ходит. Вот, отличная фиксация вот эта на трещотке, великолепно она в свое время просто порвала всех, то есть прям всем понравилось. И вот эти вот ванночки, вот эти вот вырезы, друзья мои, вот это вот все, нарезка, вот это, все не верили, но по факту это так. То есть она помогает распределить свет правильно, у К5С она еще больше стала, там как лопата такая. Вот, но, ребят, это F5, это легендарная лампа, мы ее до сих пор возим, отказываться от нее не будем. Великолепная лампа, действительно, заслужила свое место на полке просто потом и кровью, и вашей любовью, ребят. То есть вы прям, многие приходят и говорят, не надо ничего другого, не хочу вот это, не хочу новинки, дай F5, просто дай F5 и все. И мы ее возим и будем возить, и она великолепная, если ее только не снимут с производства. Хотя таких предпосылок пока не имеется. Поэтому вот эта лампа сегодня в биксеноновых линзах, друзья мои, против билет-модулей. Так что смотрим, ну, посмотрим, что получится. То есть мне самому интересно сравнить и вот эту штуку топовую, напоминаю, и билет-модуль, который также мне нравится, лично мне. Поэтому переходим в тест и смотрим, ребят. Итак, господа, ну что же, я опять тут хер пойми, как это все держу, но вот это, ребят, это F5 лампы. Сань, вот видно, да, наверное, видно будет, не видно? Видно. Подсвети ты, может слишком ярко. Вот, ребят, это F5 лампочка. Мы начинаем тест КВН, да? Так, значит, давай, Сань, смотреть вот сюда. Вот F5, друзья. Яркое, мощное, сконцентрированное горячее пятно. А вот вам билет, друзья. И мы видим небольшой проигрыш F5, практически его нет. То есть вот, если вспоминать лампы К5С, да, есть синий засвет на СТГ. Но это, ребят, это уже линза там у нее, блин, раздолбанная. Это
установочная херня, то есть, ну, вот, ну, не совсем. А горячие пятна, посмотрите. Посмотрите, друзья, практически идеально подходят друг к другу. То есть, если мы наведем, да, билет-модуль вот сейчас поярче, а если вот так, то лампа поярче, да, то есть билет-модуль вот выше, и его лампа пересвечивает. Бах, так вот билет-модуль пересвечивает, бах, лампа билет-модуль, вот смотрите, пересвечивает насколько. То есть, они, в принципе, сопоставимы друг к другу. И вот это F5, друзья, вот это билет-модуль. Оп. 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 F5 похолоднее, билет-модуль потеплее. Да-да-да. Да, друзья, да. Вот прям видно разницу цвета, просто капец. Ладно, давай, Сань, значит, в коридор. Вот вам, ребята, F5. Вот жалобы там, люди такие. Мы не видим на уровне СТГ. Ну, посмотрите, как это вы можете не видеть на уровне СТГ, ребят. Вот, все четко, все отбивается. 80 метров впереди деревья. Да нате, пожалуйста, все четко. Ярко, насыщенно, без всяких проблем. Убираем лампу. Билет модуль. Точно так же. Отлично, все освещено. Ярко, насыщенно. Горячее пятно, великолепное, друзья. Убираем билет модуль. Что, стало хуже? Нет, свет просто цвет поменял. И все. Холодный, белый, пожалуйста, все четко. Отсечено. Вот когда машина едет. То есть вот прям низко, низко, низко. Вот, где уровень автомобильных фар, да, то есть все четко, все, вот, линия СТГ видна просто великолепно. Вот билет-модуль на том же самом уровне, и точно так же в СТГ сконцентрированное яркое пятно. И что, вы хотите сказать, что где-то что-то тускнее? Смотрите, вот лампы, вот билет. Я бы не сказал, вот, пожалуйста. Да, лампа чуть-чуть, вот сейчас видно, чуть-чуть она проигрывает, но это чуть-чуть незначительно, то есть смотрит. Лампа на уровне СТГ света космос, просто F5 толкает свет вперед великолепно. И билет-модуль, пожалуйста, все отлично, все видно, все четко. Еще раз, пожалуйста. Цвет просто холоднее и смотрится по-другому, ребят. Подводим итог. Итак, господа, ну что же, этот тест мы проводим благодаря комментаторам, чтобы убедиться, что F5 лампа проигрывает всего чуть-чуть билет-модуль. Как, в принципе, и показала практика, что К5С, светящий на уровне билет-модуля, в принципе, светит чуть-чуть ярче, чем F5, ребят. Чуть-чуть, незначительно. Но при этом F5 в линии СТГ дает, ну, просто колоссальный свет. То есть вы сами видели, что там все освещено, как на билет-модуле. Билет-модуль потеплее, и поэтому зрительно кажется, что он ярче. Если брать 80-90 метров до деревьев, ну там метров 80 точно есть. Ребят, ну как бы это уже не ближний свет, это территория дальнего света. Ближний свет это метров 40, там 45 у некоторых, там до 50 метров, ребят, не дальше. Дальше уже дальний. И на этом расстоянии в линии СТГ, вот 70 метров до этого домика, ребят, справляется великолепно лампа F5. Никаких проблем я в этом не вижу. И билет-модуль светит отлично, но он потеплей, а F5 похолоднее, ребят. Но то, что писали многие, я поставил F5, я не вижу в линии СТГ, я хочу только билет-модуль, я вот после F5 поставил билет-модуль. Какой? F5 в линзы, в старые вы пытаетесь запихнуть там ценником, блин, за пятак у нас, да, там 5500. И билет-модуль покупаете за 20 тысяч новые линзы, и потом ставите их в фару, разбираете, чистите, полируете, и такие, вот, я получаю больше света. Но ты, блин, и денег-то потратил раза в 4 больше. 30-40 тысяч, 15-20. Ребят, вы немножко сравниваете одинаково. Вот одинаковые условия. Вот, пожалуйста, линзы, все, F5, пожалуйста, свет просто космос. Великолепное решение для линз, для рефлектора, пофиг. Поэтому такая ситуация, немножко бомбануло, немножко припекло, но, ребят, ну вот, ну реально, не несите чушь, сравнивайте абсолютно одинаковые вещи. То есть, если вы сравниваете, ну вот так, таким результатом билет-модуль проигрывает, точнее выигрывает всего вот настолько, ребят, F5 проигрывает вот настолько, но это не серьезно, честно. То есть, при
лампе при более дешевой цене, при более простой установке, в линзы штатные, вы получаете света практически как на билет-модуле 45-ваттном. И вы такие: а что-то не то пальто, вы серьезно? Вы реально, ребят? Или мне кажется, вы, может, что-то путаете? Ну, я уже приводил пример, когда вы на Солярисе за 2 с лишним миллиона догоняете Мерседес и едете практически ноздря в ноздрю до 180 километров. Потом Мерседес уходит, Солярису больше не поехать. Но сам факт того, что вы на Солярисе за половину цены практически едете с Мерседесом нос в нос. Такая же ситуация и тут. То есть чуть-чуть, но дешевле. Поэтому вот так, ребят. То есть будьте более вежливы, более грамотно относитесь к этому всему. Ну а с вас что? Лайк, подписка, комментарий, все стандартно. С вами был Вовка, канал про автолет. До новых встреч на тестах. Пока, ребят.